Глава Якутии ознакомился с ситуацией с лесными пожарами в трех районах. Егор Борисов сегодня совершил облет мест, где ситуация с пожарами наиболее напряженная. Первой точкой маршрута стала Маймаган Амского района. Далее рабочая группа посетила поселок Батамай Кабяйского и Калаи Гуйсалданского района. Там Егор Борисов встретился с жителями. Помимо пожароопасной обстановки, их интересовали и другие вопросы. Благоустройство, подключение к центральному отоплению, строительство социальных объектов. В частности, в Калаи стоит вопрос строительства детского сада. Кроме этого, во время облета затронул и вопрос кормозаготовки, так как часть угодий уничтожил огонь. Егор Борисов сказал, что правительство окажет помощь в решении этой проблемы, в частности, возместит транспортные расходы на перевозку недостающих кормов, но сейчас главам нужно постараться найти средства из внутренних резервов. Добавим, что ситуация с лесными пожарами находится под контролем. Кроме того, осадки, выпавшие в эти дни, благоприятно способствовали борьбе с огненной стихией.